Сочи автосалон. Это был самый главный въезд в город Донецк. Если с Константиновки, крайне опасно ходить, ездить, передвигаться. Только бегом, бегом, бегом. А совсем справа, если сейчас посмотреть, на гостиница. Вот была гостиница, ну мы сейчас поднимемся. Вот тут все было, дистанция 100-200 метров. Самая-самая... А, вы эту заняли, а не там? Да, так, по крыше проходим, не спешим. Не на растяжке. Ну и крупы там еще сидят. Вот так вот, если сюда выйдете, чуть-чуть. Осторожно. Вон, видите, капривы. Тонкая, самая первая, видите? Угу. Там уже везде противно. Так что тут долго рекомендую не вот стоять. Вот тут? Там работает? Ну, конечно. Бля, ты дома здесь? Между жизнью и смертью через скалы на
далеко. Идут боль в чужих городах. Наши мечты погибает любовь и наш страх. Наши голоса навсегда остались во тьме.